Ну, кстати, россияне увидели шоу не таким, каким его показывали остальным странам. Все вчера обсуждали неприятный момент. В самом начале церемонии одна из снежинок, которая должна была превратиться в Олимпийское кольцо, не раскрылась. Газета «Гардиан» эпизод прокомментировала так. Даже при этом открытие стало ошеломительным успехом. Продюсер шоу Константин Эрнст сразу после церемонии признался, когда стало ясно, что кольцо не откроется, режиссер принял решение дать в российский эфир кадры с репетиции, где никаких технических заминок не было. Это единственный эпизод, который показали в записи, и тот для несколько секунд. Из пяти колец одно кольцо не открылось. Знаете, у дзен-буддистов есть такая мысль о том, что если ты имеешь идеально отполированный шар, оставь на нем зазубрину для того, чтобы понять, насколько идеально он отполирован.